Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это проект Joomla Sensei, урок номер 129. Сегодня я хочу вам показать полезный плагин для администраторов. Все мы знаем, что нам нужна сессия на сайте небольшая. Напомню, что это такое. В админке сайта Joomla переходим в систему, общие настройки. Переходим на вкладку «Система», прокручиваем чуть ниже, и у нас в идеале должно стоять время жизни сессии 15 минут. Это нужно для безопасности, с одной стороны, то есть большую сессию здесь ставить не рекомендуется. Но что делать, если вы часто пользуетесь админкой и, соответственно, вас как администратора будет через каждые 15 минут выкидывать из админки, и вам приходится каждый раз авторизовываться. А если еще у вас и не настроены куки в браузере, то приходится вводить заново логин и пароль. Это достаточно неудобно. Поэтому есть специальный плагин, который будет работать только для администраторов, то есть бесконечная сессия для администратора сайта. То есть для всех будет работать сессия 15 минут, а для вас, для администратора сайта Joomla, это будет бесконечно. То есть вы забудете об этом неудобстве благодаря специальному плагину. Давайте установим его и посмотрим. Данный плагин бесплатный, скачать вы сможете на моем сайте, ссылочка будет в описании под этим видео. Устанавливается он как обычно, переходим на расширение. Менеджер расширений. Напоминаю, что на данный момент записи урока у меня уже установлена Joomla 3.7.1. То есть у кого 3.7, желательно обновиться. Там исправлена критическая ошибка безопасности. И плюс несколько ошибок были найдены и исправлены. Переходя на эту страницу, плагин выглядит так. Просто перетаскиваем вот в эту большую область, где у нас показано «перетащите и отпустите файл». Все, плагин установился. Переходим в расширение менеджер плагинов. Нам его нужно включить. Чтобы быстро его здесь найти, кликаем вот здесь справа мышкой на ID и еще раз кликаем по ID. У нас сортируется, и он у нас называется, прям так и называется, System Admin Forever. То есть навсегда будет сессия. Никаких настроечек он не имеет, все очень просто. Мы его просто включаем, сохраняем, закрываем и забываем об этом неудобстве. Нас, как администратор, больше не выкинет из сессии. Сколько бы вы там ни поставили, даже если сессия будет 1 минута. Ну вот, в принципе, и все на этом уроке. Надеюсь, для вас он был полезным, интересным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь. И пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.